Теплица. Моя теплица. Что я тут придумал? Однажды перелистывая этот YouTube шорты и увидел мужика, который сделал следующее. Говорит, где энергия тепла в теплице находится? Вот там, вверху, самое тепло. Это верхняя там 1/3 теплицы. Берем вот этот штуку, сюда ставим вентилятор. Он гонит вниз воздух с тепла. Сюда вниз. И уходит уже туда. Вот здесь будет то же самое. Тройничок поставлю. Вторую трубу. И сюда будет заходить теплый воздух. Сейчас копаю. Месяц, апрель. Все во льду. Фундамент хороший, прочный, толстый. И он весь с краю во льду. С той стороны за теплицей тоже все в снегу. С этой стороны, с другой стороны тоже все в снегу. Очень медленно тает. Вот здесь все даже видно, мокрое. Это все лед. Если сюда загнать теплый воздух, хотя бы на 2-3 недели пораньше, то тепло пойдет снизу вверх. Это вот уже выход с той стороны пошел. Здесь посмотрим, датчик у меня будет на температуру. Либо он наружу будет воздух открывать, выгонять, либо, может быть, вот здесь у меня еще такая штука стоит, датчик на тепло. И вот он тоже открывает, если слишком жарко. Но я его потом уберу, чтобы это тепло мне загонять в землю. Земля, максимальная температура, ну, для растений 24-25 градусов максимум. Все, будет такая у меня это современная теплица с определенным, с нужным микроклиматом. Снимаешь видео там? Видео? Да, идет видео. Вот так вот. Снимай. И вот что получилось. Здесь выход воздуха. С этой стороны воздуха тоже выход. Там градусник стоит. Измеряет на выходе сейчас 9 градусов. Хотя загоняет он сверху. Вот он вентилятор. Туда он гонит. Там двойник раздваивается это все. Потом идет вниз. Там расстраивается на 3. Ну вы видели. И все потом туда. Здесь сейчас температура. Не знаю, видно, не видно, короче, 32 градуса. 32 градуса. Поставил вот такой датчик с Китайской Народной Республики, который при понижении температуры до 16 останавливает вентилятор. Если выше 16, то вентилятор включается и загоняет теплый воздух туда. Пока так решили. Обошлось, ну, самые дорогие это трубки вот эти. Трубки. 10 тысяч рублей. Вот эти, ну, 7 там. 8, по-моему, 7 с копейками трубки. Вентилятор полторашка. Вот это там 500 рублей. Провода не знаю. Нисколько там 200 рублей провода. Пена монтажная. Какие-то там вот эти вот тройники. Несколько штук. В общей сложности, я думаю, ну в десятку это все обошлось. Вот такое дело. А купится нет, посмотрим. На улице сейчас 0. В теплице, ну вот вы видели, 30 градусов вверху. Внизу, ну сейчас еще один градусник поставлю. Я думаю, что через неделю земля прогреется и будет уже очень-очень-очень тепло здесь все. То есть ночью заморозки, даже если на улице, земля нагретая не даст этим заморозкам охладить теплицу. Все. Я просто похлопаю.